Всем здравствуйте! Сегодня я займусь алмазной вышивкой. Приобрела я вот такой вот наборчик. И нечаянно все сдвинула. Сюда у нас входил канва. Вот такой вот карандашик. Клей. Карандашик. Лоточек. Ну и стразы. Стразы здесь у нас круглые. Алмазные и матовые. Алмазные обработки, но они матовые. На канве здесь дана схема. Цифры. И под каждой цифрой какой цвет и буковка. Основной у нас идет вот такая черная. Вот видите, вот, если хорошо видно, 11 номер. Вот я его пересыпала в мешочек, потому что здесь больше всего. Насыпала в лоточек и приступим. Берем карандашик, отклеиваем здесь защитные пленки, так протыкаем, чтобы туда клей вошел. Убираю я немного защитную пленку. И вот так приклеиваю. Приклеиваются они очень быстро. Пройдем мы сейчас один ряд. У меня есть линеечка такая. Где их все подобью друг к другу. Ближе подвину. Сильно я их сейчас пока не приклеиваю. Чтобы их выровнять все. Вот у нас еще один. Такой светленький стразик. Дальше идет у нас уже вот крестик. А крестик у нас с вами это пятый номер. Пятый номер у нас вот такой вот. Здесь мы сейчас его вырежем. Я небольшой вот треугольничек отрежу, чтобы совсем весь пакетик не отрывать. И насыплю его вот в такой лоточек. Это у меня лоток от другого набора по стразам, которую я вышивала квадратными стразиками. Здесь у меня всего лишь один. Цвет почти не изменился. Немножко есть оттенок. Теперь линеечкой или вот пинцетиком таким вот металлическим все выравниваю, опускаю защитную пленку и хорошо промазываю, чтобы они вот так приклеились. И продолжим. Здесь вот они немного переворачиваются, чуть-чуть подстучать вот так вот. Не приклеивается. Всю пленку я не отлепляю. Я просмотрела много всяких работ на ютубе. Кто-то отрезает вот так вот ленточкой. Кто-то кружочки, например, сразу вот одним красным цветом вырезает. Я нет. Я вот так вот часть отвернула, потому что приходится очень часто отлучаться. Опять пленочку назад ее опустила, приклеила. Вот в таком виде она у нас и приклеивается. Работа эта несложная, приятная, приносит одно удовольствие. Как называется мой канал? Работа для души. Нам самое главное это выложить, приклеить первый ряд. Потом на основу приклеим второй и следующий ряд друг за другом.
стразики ложатся ровненько, красиво. Ну вот, два ряда я здесь приклеила. Так проверяю линеечкой. И с этой стороны прижму. И можно прогладить их. Как вы уже обратили внимание, я здесь вот на лоточках написала циферки. Здесь у меня уже начали появляться другие стразики. И вот здесь вот сейчас вот еще буква Б. Б — это у нас двоечка. Двоечка, двоечка у нас уже двоечка, двоечка. Здесь я уже это насыпала. И буква С. С — это у нас троечка. Троечку берем. Троечку я насыплю в этот лоточек, чтобы у нас не перепутались цвета. Там оттенок прям очень небольшой. Вот такая у меня самоклеющая есть бумажка. Ну, как ценники идут. Пишем циферку 3. Приклеиваем, чтобы нам не перепутать цвета. Это для удобства очень хорошо. Вот так у нас уже мы видим, где какие у нас расцветочки. Вот так, ряд за рядом. Я уже приклеила стразу половину. Здесь, если вот я сейчас немного ее переверну, картину, видать отличие, где приклеена страза, а где нет. Как я уже говорила, стразы клеятся очень легко. Всем их мы приклеим. Потом вот так вот я линеечкой провожу, чтобы они все ровненькие ряды были. Проглаживаю. Так они у меня получаются. Дальше я вам покажу уже готовую картину. Кончила я приклеивать стразами свою картину. Вот такая вот она у меня получилась. Поднимите поближе, посмотрите. Вся переливается. Очень красиво. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу. Всем спасибо. Всем пока.